Младшая дочь Маши Распутиной, которую тоже зовут Марией, раскрыла всю подноготную звездного семейства в программе «Прямой эфир». Выпуск кончился дракой, сводный брат Романа таскал Машу за волосы. Мария обвинила своего брата по отцовской линии Романа Захарова в домогательствах. По словам девушки, родственник распускал руки, когда ей было всего 17 лет. Мать и отец якобы никакой поддержки ей не оказали, а просто попросили держаться подальше от обидчика, раз тот ей так досаждает. Пришедший в студию к Малахову Роман все обвинения категорически отверг и набросился на младшую сестру с оскорблениями. Он рассказал, что Маша сменила 4 школы, но ничему так и не научилась. Прошелся Роман и по знаменитой мачехе, заявив, что в доме его отца она никто из своих дочерей, по его мнению, воспитать достойными людьми не смогла. Все закончилось чудовищной потасовкой, Маша плевала брату в лицо, а тот повалил ее на пол и принялся таскать за волосы. Публичные семейные разборки растянулись на 2 выпуска, но в драму поверили не все. Продюсер Олеся Сазыкина считает, что все происходящее в студии – спектакль, разыгранный ради денег и волны хайпа. Она рассказала, что в далеком 2002 году работала вместе с Распутиной и знает ее как крайне скандальную даму, которая готова на все ради славы и денег. Продюсер предположила, что младшую дочь артистка воспитывала в строгости и финансах ограничивала, вот та и решила подзаработать на телевидении. Думаю, Маше и Роману заплатили хорошие деньги, так как сняли целых 2 части этой истории. Могу дать 1000000%, что теперь Распутина будет звонить редакторам программы и высказывать свое фи, заявила Сазыкина собеседнику. Продюсер также предположила, что певица обязательно инициирует съемки 3-го выпуска ток-шоу Малахова и сама станет его героиней, доказывающей, что правильно воспитывала своих детей, которые выросли неблагодарными и оклеветали мать. И люди ей поверят, так как народ у нас очень наивный. А затем в связи с этой историей Распутину будут приглашать и в другие программы, и она словит новую волну своей популярности, заявила Олеся.